Короче, Данилович, ты приезжаешь, мы делаем тут, блядь, нереальный контент, ну, и реальный, правильно? Чтобы меня никто не хуесосил, то, что я хуйню делаю в последнее время. Мне кажется, я в последнее время делаю, ну, максимально охуенный контент. Согласна или нет? Нормальный. Что, полоска? О, Семюш, спасибо за 3 сапки большое. Белая полоска снизу. Ой, ебать, Вадю размазала. А, вижу белую полоску. А, я закрою так сейчас. Все, убрал белую полоску. Нет? Я теперь понял, почему вы с Максом так подружились. Ну-ка. Один мониторами кидается, а второй сразу руками начинает. Зашугал бедную Дашу, так что она ему только комплименты делает, а он ржет. Я ничего, сука, не делал ни с Дашей, ни с кем. Я никого не бью. Я никого, блядь. Я милое животное, нахуй. Твичевское милое животное. Я могу вообще вот так вот вебку сюда поставить. Вот так вот. И если что, поменяю местами. Так будет даже лучше, мне кажется. Животное, ахаха. Не, так лучше, наверное, будет. Просто животное. Понял, спасибо, чуваки. Данилович, ты зашел на клана? Да я заходил. Смотрите, оцените мой клан. Оцените мой клан по 10-бальной шкале. Три самых, блядь, профессиональных игрока в мире. Вадя говорит, не, Вадя пока не в Дискорде, он куда-то ливнул. Ой, блядь, я не спалил вебку, надеюсь. Фух, я в Вадину вебку не спалил, слава богу, нахуй. Больше не открою Дискорд на всякий случай. Спалил, надеюсь, понял. Блядь, все, я отключаю донаты, там, блядь, уже запретки пошли ебучие. Данилович, помахай рукой. Что с моей вебкой? Вебкой. Черный экран, хорошо, поставил вам черный экран. Ну, черный экран какая-то такая хуйня, по-моему, нет? Найс. Сойдет? Норм? Не, я не спалил нихуя. Ты видишь сейчас мою вебку? Ну, у тебя какой-то пиздец, Данилыч. Я это вижу. Не, все, сейчас нормально, сейчас нормально. Нормально? А, во, наконец-то! Клэш Рояль посередине сделай, еблан тупой. Так Клэш Рояль и так посередине, блядь. Или нет? Посередине. Все, бля, меня. Алло, здорово. Привет, привет. Да ничего страшного, я так немножко это ебанул. Слышишь? Хочешь посмотреть, как я ладдер играю? Ладдер? Что такое ладдер? Я не знаю, что такое ладдер. А как называется этот? Ну, на кубке игра ладдер, как? Просто в бой. Просто в бой. Просто в бой. Не хочешь посмотреть, как я играю просто в бой? Давай. Просто в бой. А ты уже начал? Не, начал я. Я не знаю, что ты просто хочешь. Ну, закинь. Ой, Данилович, кинь Ваде этот инвайт в бой. Okay. Я хочу это. А, просто в бой? Да, просто Вадь закинь, я буду говорить, типа, чё да как. Чища. Кинул. Гес, спасибо за сапку, Гес 3 до 2. Почему у тебя, бля, почему вебки так мылит? Я не могу понять, нахуй. Я не знаю. Прими, зайди в этот в клан и прими дружеский бой. Я смогу вот так вот посмотреть, чуваки, или не смогу? Что с вебками? Да, оно просто этот, блядь, ебашит. Да, смогу? Прими водос, слышишь? Сейчас, блядь, мне всем срочно нужно ответить. Так, прими. Вот, да, дружеский бой. Нажал? Никто не покидает мне дружеский бой. А, клан нажми. Клан. И там дружеский бой у Данилыча нужно нажать. Печенька 1337. Да. Да, он с задержкой будет? Не, он не может быть с задержкой. Но я надеюсь. А вот ты кинул. Ладно. Да, прими. Куда? Вот я ебан тупой или да? Ты видишь? Да, подожди, наблюдать нажал. Сейчас чекну. Да, по идее все вижу. А где видишь? Звук? Сейчас, да, я звук въебашу вам. Это ты гиганта, да, поставил, Вадя? Да. Ебать.
Бля, походу. Данилыч, там нужно Ваде. Бля, я пока не вижу нихуя никакие карты. Бля, тут хуёво видно будет. Тебе плохо видно? Не-не, тут хуёво будет видно, потому что я не буду видеть, типа, кто да как, ну, что да как кидает. У Вади карт мало? Ну, Вадя уже дохуя проиграл, типа. Да не, в смысле, я наиграл часа 2 максимум. Спасибо, Семш. Не, ну... Ты, я видел, ты Легу выбил, да? Смотри, ты знаешь, что этого кента, типа, с скелетиками нельзя дефать? Бля. Пизда. Ебать, Данилыч, ты ебать ты душишь нахуй. Вот это самый печальный чел, вот этот. Да. Вот, Против него, типа, у тебя было бы охуенно, знаешь что? Вот этот, блядь, как у меня стоит. Как у меня стоит, как его? Понял, ну... Я даже забыл, как он называется. Бля, я у тебя еще половину карт не вижу, которые тебе можно. Этого... А, у тебя нет, да, карт? Я не вижу половину. Смотри, Вадя, шахтера ты должен кидать только тогда, когда этот... короче... Мне нечего было кидать. Да, я понял, я просто тебе говорю то, что... Чтобы вышка, типа, агрилась на шахтера, а ты потом кидал свои пушки. Ну, ты нормально, кстати, его дамага внес челам. А, да, адская башня, которая у меня стоит. Она, типа, вообще охуенно. Ну, типа, бля, я не знаю, просто я не думал, что это такой спектейт мод ебаный. Сука. Ну, ладно. Бля, вот это пиздец противный чел. Бля, я не думал, что такой спектейт хуёвый. Ну, я типа с ним ничего не сделаю. Не, ну ты, бля, ты на самом деле посмотри. Ты снял ему одной, ну, полностью одну вышку практически. И другой 1500 хп снял. Он еще не снес мне одну. Через друзья пусть играют. Ну, тут Данилыч, да, тут тебе еще очень сложно против него, сука. Да нет, у него карты такие, которые я... Ну, ты типа, даже... Он, у меня бустер играл этими же картами. Он, типа, он меня выиграл. Мы играли с ним рандомно. На рандомных картах я выиграл. Ты знаешь то, что вот этот... Ой, блядь. Давай на рандомных, давай. То, что... Вот... Один раз выиграл. Ты Славу выиграл один раз? Да. И, так но ебать. Это на рандомных картах, на рандомных. Вот. Но я не знал, что это за карты, понял? Я, короче, пикал, что попало. Ты знаешь, что... У меня что... была одни лучницы только, которыми я играл до этого. Ты знаешь, что вот этот хок, который на свине бежит, он только бьет по зданию, он типа не агрится на других. Нет, агрится там на адской башне. Да, ну типа только на здание он агрится. Что это, блядь, такое у меня нахуй? Хуёво то, что я не вижу то, что вы даже это пикаете. Потом уже увидишь. Нет? Ну потом, да, потом увижу, так не вижу. Зайди не через клан, а через друзей просмотр боя. Подожди, а как это? Окей. Сейчас попробую. Данилыч, у меня по идее в друзьях есть? Или нету? Что мне играет, блять? Ты меня в друзьях нету. Нету? Ну сейчас добавим, тогда я так посмотрю. Что вы тут напикали? Я тебе буду... Я не знаю, что я напикал. Ну, смотри, я тебе буду объяснять. Так, ты сверху теперь, вы поменялись местами. Ну, этого кента ты знаешь? Да, Данилыч, вот ты сейчас, типа, ждешь, у тебя 2 эликсира уже пропало, 3 эликсира пропало. Да и что? Ой, блядь, вот шар это самая имбовая хуйня. А, у него... Ебать, вот досты, блядь. А, теперь мне нужно вебки ваши опять поменять, свапнуть местами. А, у меня нету... Мне только сейчас Айлик появился. Не, ну ебать ты ему нанес, слышишь, Вадим? Да, пиздец, бро, так нанес. Не, на самом деле, не, блядь, это ты очень много снял, прям без рофлов. Ты, вот а, это... клевая карта, кстати. Ну, такая на самом деле. Она сейчас тебе, если она дойдет, то она очень много снесет. За удар, да. Какой же ты нулевый, я? Это что за карта? Первый раз сюда. Это, короче, блядь, да, вот. Он максимально вот что делает, это по воздуху и по земле бьет. А, блядь, это что? Блядь, это... Я опять местами перепутал, сука. У тебя ведьма, это ведьма. По-моему, да? Если я не ошибаюсь. Да.
Я вот сам не знаю, то, что вот это, блядь, делает карта вот эта. Которая стреляет бомбочками. Это охота. На, нахуй. Она, походу, очень да, много дамажит. Ну, если только вблизи. А так нормально. Смотри, Вадос, ты должен каждый раз копить, типа, чтобы у тебя было 10 эликсира, если чтобы, чтобы, короче, ты мог задефаться быстро, понял? Угу. Типа, всегда копи 10 эликсира, а потом это, только атакуй. Это карта, которую я первый раз вижу. Ну, у тебя, кстати, все понятные карты, что они примерно делают. А где, кстати, ну, вот да. это? Вот этот чел, бля, он пиздец. Короче, как твой чел в колоде лысый, только он еще, блядь, ебашит током. Вот шар он отъебет, типа, по идее. Если я не ошибаюсь. Все, ну тут пизда, по идее. У тебя нечем, чем... Хотя, бля, ебать ты умно поставил этого, блядь. Так нихуя ты ставишь, нормально все, слышишь? Лучше с назад, эти вперед. То же самое ставь. Мне... Второй. Да, ты, ну у тебя этот, блядь, рыцарь еще есть, живет. Когда... Да. Так. Это типа охуенно все. Я опять коплю на нового. Ну тут все, тут по хп ты... Скорее всего, въебёшь. Бам. Да. Ты... Сложно. Да. Сложно. Я когда бочку кидал, я вообще не думал, что она... Смотри, как, Данилыч, как отправлять эту хуйню, слышишь? Дружеский бой и... Что ты ставил? Дружеский бой со стороны выбора камеры. Водой зайди. Ты хочешь против него? Да, я сейчас это... Вот, возьми вот эту слева, которая у тебя... Этот, блядь. Да я буду сам пикать, просто рандомно. Пушка с этим, с прицелом, она самая охуенная. Не матерись, тварь, хорошо, не буду. Ща, какие-нибудь такие попикаю, чтобы просто тебе объяснять, что да как. Бля, ну я, если честно, бля, некоторые карты сам вообще не знаю. Ладно, возьму ракету. Если что, говори, я объясню. У меня прикольные карты, я многие знаю тут. Да? Да. Тебе просто нужно, блядь, вот в эту штуку, да, поиграть, чтобы ты понимал, что каждая карта делает. Вот этот, смотри, сейчас побежит Кент. Он только на постройке, понял? Ну, такое тоже бывает. Ну, бля, я свиней этих не задефал, блядских. Типа, если у тебя есть какое-то здание, ты должен это здание посередине ставить, понял? Но ты, скорее всего, пикнул какое-то здание. Угу. Но ты должен его был посередине поставить, и тогда Хог бы отвлекся на здание, а не побежал на вышку. Это типа лайфхаки полнейшие. Я видел, как ставят. Да, вот это нужно было ставить, но ты его зря поставил, потому что лучница сейчас его разъебет. А, прикольно. Ну ладно, похуй. Типа его нужно ставить только тогда, вот когда я Хога ставлю, ты сразу ставишь эту вышку ебучую. Ракету кинул, да я так. Вот это было вообще очень зря. Типа, у меня мухи летающие, а ты кинул наземное животное. О, вот это заебись было. Животное. А, нихуя, это ведьма, которая делает летающих кентов? Я даже о ней не знал, блядь. Вот ты должен... Так, вот смотри, ты должен был лучше бы задефал бы... Ой, зря я сейчас сделал, я сейчас такую хуйню сделал. Да, и зря. Ты должен был, короче, на Хога лучше поставить на середину это здание, понял, какое? Которое ты ставил тогда посередине. Вот сейчас здание лучше не ставить, потому что маленькие кенты их просто разрушат. А, ну ты вот, нормально.
Пиздец, ты камень. Ой, ебать, у тебя карта какая была, нахуй. Вот его лучше всего было ставить против, да, против кентов, которые... Которые летают, так скажем. Ну, давай, попробуй вот этого хуя задефать. О, да. Только ты должен еще его правее поставить, понял? Ты должен эту вышку еще правее поставить. А ты чуть бы правее поставил, но, типа, не из-за этого ты проиграл. Сложно, я ебал. Не, на самом деле, ты вот без рофлов, ты прям охуенно за день, ты, типа, охуенно понимаешь. Да не, я день не играл. Ну сколько ты игр сыграл, чтобы 1700? Прикольно карты попикать. Давай еще раз. Два часа играл где-то. Ну, ты сколько, блядь, игр сыграл? Два часа? Да, я просто две игры за все это время проиграл. Да я потому что этот... Из-за того, что левел большой. У меня дракон появился 12-го. И типа да, его раз. Невозможно было убить. Эвил он лям закинул? Да не. А, стоп, я не закинул бой? Там надо еще раз, Вань. Она сразу... Это только баг. Да, я скинул. Нет, отмену нажми, отмену. Да, все, она нажала. Спасибо, Данилыч. Ну, если ты говоришь, что ты будешь против Славы играть, то Слава будет играть, типа, ну, одной и той же декой. Ну, одной и той же колодой, типа. Угу. Вот эти чайники у него 100% есть, я помню. Пусть будет вот это, я даже не знаю, что... Блядь, у меня такая хуёвая колода, это просто пиздец. Я тоже все карты беру, которые не знаю даже, что это. Не, у меня полный пиздец. Ебать, у меня трекчок, блядь, ебашит. Срока, не думал Вилана в фрике добавить? Да не. Блядь, вообще не понимаю. Да, кстати, вот чел написал, у Вилана стратеги... Ну, типа ты... Слава кидает, блядь, все карты. Вот смотри, вот Слава будет 100% вот эту хуйню кидать. Вот их нужно тебе будет каждый раз дефать. 100%. Потому что, видишь, она за один удар пиздец как много наносит. Да, больно. Я не понимаю, что тут некоторые за карты. Вот, я успею сейчас? Вот, ну, спрашивай, какие. Вот, которые у меня поставил, ну, которые у меня вот стоит. Это, например, что это такое? Вот, рафланы. Но, рафланы. Типа, чисто рафланы такие, знаешь? Это да, это пиздец, конечно, не карты. Вот это я хочу попробовать, что это такое. Которые я поставил? Не, мне интересно, что вот у меня появилось. А, блядь, вот это я не знаю, что это нахуй. А ну-ка, сейчас. Ну это просто, типа, много их. Ты за 9, они за 9 эликсира, да, по-моему? За 7. Блядь. Не, это чисто такие мега-рафланы, понял? Их так дохуя, так прикольно, мне нравится. Я тогда уже не играл, когда эти карты были. Мега-рафланы чек. Ай, как они отлетели, нахуй? Вот я еще раз говорю, вот эти челов тебе будет слава по КД их ебашить. Тебе нужно будет по КД их дефать. Вот, не, видишь, у тебя мега рафланы эти, они... Они что, охуели? Они просто, блядь, пробежали рядышком. Что за рафланы? Почему рафланы они похуй на игру? Они так же, короче, как... Почему моим телам так похуй на игру, я не понимаю. Они так же, как я эти, блядь. Я не могу выиграть. Как Хог Райдер, блядь. Пиздец. Я с рафланами не смогу выиграть. Которым похуй вообще на игру. На нахуй. Что это такое? Который ты поставил? Да. Это, короче, он просто морозит и все. У него мало хп, и он морозит. А эти рафланы остановят? Ну, так, немножко, видишь? А, не, ебать, оно задефало прям, нихуя. Видишь, ты, блядь, за 2 часа игры понял то, что нужно этих рафланов кидать за вышку. А Слава это понял, блядь, только на... Только хуй пойми, на каком часу игры, блядь. Бля, мне пизда, походу. Бля, у меня нечем дефать даже, ёбаный хуй. Рафланы идут в бой. Нет, тебе есть чем дефать, ты дефаешься хорошо. Рафланы!
О, да. Молодцы. Найс. Рафланы! Бля, я походу въебал нахуй. Ну как этот сукин сын вообще, блядь, выстаивает, я не понимаю. О, сейчас будет мега рафланы. Не, я въебал, класс. Охуенно я напикал, блядь. А, мега рафланы, чек. Не, вот подожди, эта карта, я ее определенно себе хочу. Которая дает, ой, которых ставит дохуя типов? 7, она стоит 7. Она 7, а, 7 стоит, я думал 9. Мега рафланы, чек. Не слышно, алло? Да, да, слышно. А я не услышал то, что... Не услышал то... А, Данилыч, мне просто легче так будет объяснять, мне кажется, чем это. Заходи. Ебать, ты закинул чела. У меня нет инвайта. Нету? Еще раз кидаю. Отмены. Спасибо. Он на тренусе избил Дашу. Да никого я не бил, блядь! Я вот даже не знаю, что... Что эта карта Данила делает? Вот это слева от меня. И справа. Самая правая или левая? Я никого не бил, чуваки. Слева хуйня. За 5 пикой. Бля, я даже не знаю, что она делает, ну давай. Чтобы я знал хотя бы. Бать на 4.3, блядь. Эликсир средний. У тебя 4.3 средний эликсир? Не, уже 3. Нет. Уже 3.5. Короче, дракончик такой себе. Такой себе? Надо было двух драконов выбирать. Понял. Я забыл, что я замутил. Вот это как тебе? О, ебать ты! Ебать ты нормально дефаешь на самом деле. Не, без рофлов. Типа для 2 часов игры, типа ты нормально все делаешь. Не прям тупо, прям максимально. Я не знаю, что это, блядь, электро... Сейчас мега рафлана выпущу. Да, бля, ты опять их пикнул, нахуй, эти мега рафланов? Не-не-не-не-не, у меня их нет. Бля, ну они охуенные. У меня мега рафлан есть, смотри. А-а-а. Долбоёб, иди! Я думал, он будет просто сзади стоять, я сейчас чуть не затильтил, нахуй. За что мега рафлана? Что я сделал, блядь, вопрос, нахуй? Сделал... Мега рафланы, чек. А, ну, блядь, я не знаю, как это будет дефать, я ебланат полнейший. Скелетики сразу умрут. Бля. Мегарафланы, чек. Да, ебать, я еблан тупой, нахуй. Ну, это мегарафлан, потому что идёт. Мегарафлан, он шарит. Офигеть, Вань. Не-не, он внутри не снесёт меня, по идее. Не, он не снесёт. Го. Ладно. Ладно, есть второе дыхание, похуй. Есть. Рафлан. Я не знаю, что он делает, блядь, скиты хуй. Замораживает и... А. Нет, он не замораживает. Станет. Он как громовержец. Блядь, почему у меня нахуй музыка вспоминает Ксанекс? А я меня слышу? Да, слышу. Это как громовержец, в принципе. Только намного примерно хуже по урону. Нормально, задефал, нормально причем. Нихуя ты, блядь, выпустил! Что это такое? Это он дохуя очень урон наносит, эта хуйня. А эта штука только к зданию Вати идет, а, понял? Блядь. Я не знал про это. Она только на здание, типа, оп. Мне нужен мой рафлан. Пошёл. Успею, да? Не смогу задефать. Не, да. Не, задефать, возможно, успеешь. Ваня, лучше бы зап на вышку кинул бы. Ну сейчас бы ты победил. Он там, да.
Там... Бля, ебать, конечно. Сука, я на самом деле думал, Данилыча так поставить, чтобы было полегче, но, блядь, тройной выбор. Типа, ты прям без рофа охуенно Рандом, играешь. Я не, просто не знаю карты. Да, еще. Давай, зачем ты мне зачем? Ну, у меня, был, а момент, я не знаю, я думал... был момент, когда, короче, можно было тебя убить на 3, я мог поставить голема. А я думал, ты уже умрешь. У меня было 8 уже. Я думал, ты уже умираешь. Я поэтому деревяшку просто кинул, понял? Понял, так, давай еще раз. Оп. Кидай. Ой, стоп, я то кинул? По-моему, да. Да. Я сам не знаю, что вот это сверло делает, ебаное. Чё, я хочу рафланов, мега рафланов. Они вообще охуенные, пиздец. Что, кот? Мне уходить, Вань? Ну, если хочешь, можешь уходить, если хочешь. Алло. Алло. Алло, ебать. Алло. Алло, Вань. Алло. Не уходить? Ну, если ты хочешь уйти, а не посидеть, то можешь, да, уходить, если тебе нужно куда-то идти. У меня, кстати, колода пиздец. Никуда не надо? У меня колода, посиди. Я половину карт не знаю. А так зачем? Я же все равно не играю. Так и что, ты не можешь просто посидеть? Хочу. Мадо, смотри, вот такую стратегию видел? Бро, это очень плохо для меня. Вот это у тебя рафланы какие-то сильные. Смотри, хочешь, Вать, прикол тебе покажу один? Ты думаешь, он мне понравится? Возможно, нет. Ой, блядь. Ой, блядь. Ой, блядь. Вань, прикол. Ой, блядь. Ой, блядь. А чё за хуйня? А чё за хуйня? Бля. А чё за хуйня? Братан, прям ров. Блядь, ебаных. Братан, это вообще разъебало. Ебать. Блядь. Ебать, рафлан. Сука. Бля, бро, это очень сильные приколы. Правда, тебе говорю. Бля, куда ты хуйню свою кидаешь? Нас тело сыкается вообще полностью. Фу, блядь. Вань, что за прикол? Бро, такой хуйни я точно не ожидал. Ну тут все, тут въеб уже, блядь, точно нахуй. Почему? Потому что у тебя сейчас, блядь, после вот этого точно въеб. Все, всем пока нахуй. До свидания, пока нахуй. Блядь, какой же я тупой, это просто пиздец нахуй. Бля, зачем переманил нахуй ебаная пека, которая просто, блядь, сносит ебало с двух ударов, блядь. Ну это зато... Сука, пиздец. Бля, я такой грипп ебаный, это просто пиздец. Что вы ББ пишете нахуй? Да не, неплохо было, неплохо. Зато прикол показал. Не, там, короче, блядь, должно было быть по-другому. Я должен просто активировать был третью вышку, и она бы наносила бы больше урона. Но, блядь, я так активировал то, что 300 хп осталось, блядь, у вышки нахуй. Вы будете вместе, да, играть? Поиграй с Даней просто. Ну зайди ко мне, Данилыч. Покажи, как надо. Слышишь? Да, да, еще. Давай, зайди по-быстрому. Бля, бачилы, наверное, которые играют в Clash Royale, ебать, они сейчас, наверное, они думают, на пузо надавили. Мне, так жестко, они мне так кажется, вернули. Да, пиздец, они там это. Он тебе клип кидает. А дай я хочу посмотреть. Как это с твоего лица выглядит. Да, бля. Сейчас, я с Данилычем церемониться, блядь, не буду. Сейчас, нахуй, по-быстренькому вынесу лоха этого. Вань, давай ты мне этот прикол опять покажешь. Да не, иди в пизду со своими приколами. Да не, давай. У меня как раз пека из парки есть. Пека из парки? Можешь там переманить, а?
Давай, ну и потом ты против Вади сыграешь. Я просто думал, что Вади вообще ракушек. Оказывается, блядь, он еще нормально играет, торнадо. Нахуй. У меня торнадо. И что твой торнадо, блядь, даст? Ну не, я просто говорю, что у меня торнадо. Я хотел, думал, что ты прикол покажешь. Блин, там такие карты пиздец охуенные. Ой, очень классные карты. Да не, хочу... Данил сам там как сапожник матерится. Ну не, но все равно, блин, я очень хочу себе рейтинг поднять, чтобы у меня нормальные карты были. Прямо не бать, по-вразки. Фух, блядь. А что ты на это скажешь, чувачок? Лаки. Че скажешь? Лаки. Понял. Ебать, у него стоит весь брата. У кого, блядь, стоит? Блядь! Сука, свиней пропустил к вышке, нахуй. Не повезло, не повезло. Да иди в пизду. Окей. Бам, бам. 17 хп, нуб. Ой, а ладно. А, эта хуйня еще урон наносит? Прикинь. Прикинул. Молодец. Капец ты тролль ебучий, нахуй. Оу, ладно. Татарстан. Что? Да иди ты. Со своей заморозкой. А как ты скажешь на вот это? Да, вообще похуй. Почему? Почему? Да. Вот так вот нахуй. Вот так вот сделаю. Понял. А если я вот так сделаю? Прикол. Смешно? Да. Чел 3 минут. А вот на это что скажешь? Не. Водос, ты смотришь что ли с игры? Я смотрю у вас и сам играю. Нихуя. А, не, просто как вы нашу игру смотрите, чевы, походу? Я на стриме смотрю. А, ну а просто... кто-то смотрит? Да, тут просто это было, эмодзи. Вай. Блять. Секунду. Сейчас. Я писать хочу. По-быстрому. Слышишь? А выключи в ОБС в настройках этот. Что? Тему одну. В ОБС? Показа. В ОБС, да, в настройках. Выключи кое-какую штуку. Не понял, какого показа? Вань, давай еще раз. У тебя как будто что-то видно. Вань, еще раз давай. У меня карты такие попались. Вань. А, да, это... Я понял про что, я понял. Да, сейчас выключу. Да, мне типа похуй. Ну, смотри, секунду, сейчас. Все, убрал. Ты доиграл, Водос? Да. Я выключил, выключил. Ничего не будет, похуй. Давай, заходи на еще одну. Со мной? Да, я хочу. Зайди к вам. Ой, зайди к ма. О, Дани, блядь, все имена нахуй перехуярил. Почему прошлый голосовой донат не послушаешь? Я послушаю. Заходи, я вас посмотрю. Сейчас. Давай. А он меня инвайтнул? О, да, он там дружеский бой. Чуваки, я даже не знаю, почему, блядь, Supercell ебашут за эмулятор, если на эмуляторе даже сложнее играть, потому что на телефоне можно двумя пальцами поставить две карты сразу, а тут так нельзя сделать. Брат, я думаю, из-за всяких ботов, которые можно включать и которые будут соло тебе игру выигрывать. А, ну, бля, только если так. Сейчас я по-быстренькому пописываю, вы тут это, что-нибудь... Ажара буджу. Понял.
Пам-пам-пам-пам. Пара-па-па-пам-пам. If you don't like me, you so really like me. If you don't like me, you so really like me. Бу-бу-ри-бу-ри, бу-ри-бу-ри-бу-ри. И что это такое? Это рафланы называется. Понятно. Крутые рафляны, мне не нравятся. Тебе не нравится? Вот такие жесткие рафляны. Почему? Не знаю. Уф, ебать, что тут происходит, нахуй? Вилон трахает! А, не... а, да, трахает, ебать. О, тебе эти штуки выпали, блядь. Мне рафланы, да, выпали. Данёк, ты, блядь, проигрываешь, сынок! Не, рафланы, это охуенно. Бля, Дань! Камбэч... А мне нечем дефать. Нечем дефать, ну бля, ну ничего. У меня элика нема. Бля. Вот смотри, вот смотрите. Вадя, у него 0 эликсира утекло. У Данила, блядь, 2 эликсира утекло. Дань, ты не должен делать так, чтобы у тебя утекал эликсир. Понял? Я... Это я играю, короче. Понял, всё. Извини, сорян. Рафляны люты. Вот эта рафланка прикольная. Бля, ну, а, ну она это. Ну все, походу, Данилыч, тебе пизда. Ебать, ты у тебя пик уебанский, Дань. Что ты надрафтил, да это вот пиздец? Вот именно. У меня, это мне было кроме... Это нормально был выбор особенно. Вот в чем суть. Это был нормальный выбор даже. Понял, понял. Как же он объяснил? Спасибо. Оп, пошли. Челики. Блядь, что у меня за... Ой-ой-ой. Дефаешь? Не, нормально, нормально. Ты нормально дефаешь? О, не дефаешь, а атакуешь. Еще одну хочешь? Летим. Тебе нужно вторую вода, а не вышку сносить ему, потому что времени мало. Я понимаю. Ебашь ему вторую срочно. Оп, пошли свиньи ебаные. Ой-ой-ой, камбэчная пошла, Данилыч! Бля, вот это будет потная каточка. Данил, нужно дефаться, дефаться, Дань, нужно. На нахуй! Дефаться, дефаться срочно! А как это, дефать? Нормально, 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 у тебя еще дохуя хп. Ой-ой-ой, а вот это хуёво. Он опять рафланов поставил, Данилыч, дефаться. Против рафланов. Бля, Дань. Против рафланов пиздец сложно. Пизда. Ай-яй-яй, закидывают, закидывают. О. Так нихуя себе, Вадя. Ну это рафланы, брат. Это только из рафланов. Да, из-за... Не, из-за рафланов. Ебать ты... Сори. Ебать карта. Ну-ка, да, давай со мной, я тебя инвайчу. Не, рафланы охуенные. Бля, мне очень нравится... А с какой они арены, чуваки? Кто шарит? С какой арены эти челики? Она какая-то имбалансная, эта карта. Я могу чекнуть. Да, чекни, пожалуйста, пока мы начинаем. Ща-ща. Погоди, мне эти рафляны... А, седьмая арена? А, у меня, походу, бой не отправился. Еще раз отправил. Поехали, Вань. Ты зашел? Давай. По-быстрому. Володь, ты пока сыграй там где-нибудь это. В обычную аренку. Бля, вот что. Ну вот это прикольная карта, бля. Ну все, все дерьмо, бля, кроме вот этого нахуй, наверное. У меня, кстати, нормальная карта. У меня полная залупа, блядь. Ежовая. Кто этот мелкий чат, чуваки? Это мой младший брат. Он ко мне приедет еще в понедельник. Он приедет ко мне, и мы будем ИРЛ стрим делать с ним. Лютый деф. Ну а ты как думал? А вот это, ты ожидаешь это против вот этого? Конечно.
А вот этого я не ожидал уже. Да? Бам! Блин, как же не хватает этих рафланов в ладере. Ну, Вать, это, кстати, мне кажется, вообще не лучшая карта. Чуваки, кто-нибудь этими кентами вообще играет или нет? А, нихуя себе этот дух, блядь, ебашит. Угу. Мне кажется, по-моему, этими кентами вообще никто не играет. У меня он, кстати, есть. Ебать, трек заиграл. Вань, ты смотришь за игрой? Играет, да? Да, я смотрю. Вижу. Сегодня утро. Лягу в Диксе, зацеплю лягу. Когда у тебя там все взорвало, еще говорит видео. Для этого у меня есть вот это человечек. Вот это человечек. Как тебе, Дэв? Вокруг эти девы, ребята, девы, хуйни наделали. Здесь демоны раскинули сети, летучая мышь летит на север. А мы такие с концертиком тут, черти рисуют пентаграммы на членах. И что это? Это пиздец, я Данилыч. А я зачем я это потратил? Ну я тоже еблан. Быстрей, бам. Бля, что это за хуйня, блядь, с неба? Прикольная фигня, мне нравится. Просто мне надо было ее сразу. Ой, что? Взять. Ой, блядь, что это было, блядь? Гений. А я не знаю, как я поставил. Там случайно. А, блядь, это ой, не колесико наебал. Это приколы, блядь, всякие. Да ты... отстань. Ой-ой-ой, Данилыч, ну все, пизда тебе. Бам. Вань, ты еще не выиграл. Что скажешь насчет вот этого? Ну что сказать? Бам. Ладно. Ну все. Пошел Доса с тобой сыграю. Одну-две. Последних. Все, значит, я вкуси. Хочешь, иди, я тебя не держу, ебаный ты сыр. Давай твою вебку вырублю. Чтоб ты мог уйти сразу нахрен. Я как раз сделаю красиво тут. Давай, спасибо, Данилыч, что пришел, так скажем. Ну, думает, когда можно уже съебаться? Да, когда уже съебаться с твоего стрима, нахуй, меня там друзья ждут. Давай, пока. Давайте. Всем пока. Давай, пока, Данилыч. Хорошо, что. Легчайшая победка. Давай, спасибо, Данилыч. Давай. Я отправляю, слышишь? Не видно, стоп. Еще раз отправил. Видно. Я сегодня хочу апнуть 3к. Ну, типа, для тебя, мне кажется, изи. Если ты еще перекачаешь чуть карты, то вообще ты каждый будешь выигрывать. Я отправил, слышишь? Сейчас. Не. ББ легенда. Легенда, еще говорю, во вторник будет с батунного центра, еще понедельник нужно. Чуваки, что можно понедельник сделать прикольного такого? Может, на туре, блядь, кукинг понедельник сделать? Ну, бля, я говорю, я не любитель так делать, ну, такие стримы делать просто вот, ну... По щелчку пальцев, так скажем. Которую можно сделать прям охуенно, я не хочу, типа, проебывать. О, ебать, все карты, которые... Ой-ой-ой, Водос, ну тут пизда. Чтоб ты понимал, я надрафтил ту колоду, которая, ну, у меня моя обычная, так скажем. Ой, бан, ты 3 месяца делаешь? Ну, у меня потому что я когда хочу, я быстро это сделаю. Но пока что я не хочу. Почему Владос? Да. Вадос, не, буквы L нету. У меня печально все. На, кидай. Мне не подобается, что я себе взял. Ух ты ж, ёшкин ты пиздец. А почему они, блядь, в разные стороны пошли? Я ведь в одну поставил.
Это кто, блядь? А, блядь, это же летающие. Ну, Якент, конечно. Якент, конечно, веселый. Не, но нормально ты задефал, на самом деле. Он тебе будет, знаешь, что сложно дефать? Смотри, я сейчас тебе покажу один прикол, который, возможно, Слава будет против... Ну, он, типа, мою колоду возьмет, потому что он знает, как играть. Вот, вот такую штуку тебе будет очень сложно дефать. Как мне вообще дефать? Весело. Ну это да. If you don't like me, you so really like me. Бу-бу-ри-бу-ри. А можно вот так? Я могу переагрить вот так вот, если? А, да? Ебать, я даже не знал нахуй. А, ей вообще похуй, да? Че мама написала? Оп, оп, оп. Вот эту кентуху нахуй отсюда сносим. Блять! Блять. Ну я еблан, скажите мне. Не знаю. А, еблан. Победа, блядь, у деда нахуй. Подождите, я надеюсь, там ставки не ставят, надеюсь? А. 25% на меня. Ой, на тебя было. Ну, легкие. Легкие. Ну, не легкие. Вот сейчас напикал, я вообще ничего не понимал. Я какую-то хуйню пикнул, которая постоянно какого-то уебана маленького спавнит. Это печка, да. Голем прикольный, пиздец. Но тоже он вообще не метовый, по-моему. Хотя, я когда колоду смотрел, я видел то, что им играют. Грипп ёбаный, извините, блядь. А, не видно? Давай еще раз закинул. Давай ластову, и я пойду этот, ран капать. Давай. Вот опять какие-то рафланы, которые я не знаю, что... Ну это я не знаю... Блять, я не знаю, что... Я просто... Я хотел покрутить мышкой нахуй, но взял их, блять. О, Вадо, сейчас, блядь, поиграем нахуй. Тебя пиздец, да? Ну, ты сейчас это... Что вот этот, вот, ну я знаю, как его зовут рыбак, но как его, что он делает, блядь, рыбу нахуй ловит или чё? Вадя гостерим, так Вадя здесь стримил нахуй, вы чё? А, это который притягивает, я понял, всё, я понял, кто это. Бля, ну у меня вообще непонятно, что я вообще собрал. Сори. А, блядь, нет у меня этих кентов, ну на вот этого лови вначале. Смысла так кидать. Да, да. Ча, тут, поверьте, тут очень сложно. Сейчас прям очень сложно. А, он притягивает еще и пиздит, ебать. Ну-ка иди сюда, шлюха. Ебать!
Вадо, смотришь? Скотина, блядь. Ну тут пизда. Ой-ой-ой! Чего нахуй? Руки вверх, типа? Блядь, я надеюсь, он тут, блядь, на... Бадабум, блядь! Давайте, блядь, рыбак пошел. Оп, еще одну шлюху сюда, блядь. Еще одного кино. Бля, ебать, прикольная карта на самом деле. Согласен. Вот это сложная... Да, вот эта карта тебе нужна, короче, знаешь, чем дефать? Или лучницами, или такими маленькими, понял, героями? Потому что у Славы эта карта тоже есть. Вот это сложно. Тун-тун-тун-тун. Нет, ты типа пизда на самом деле. Нормас. Думаешь, что скажем, что да как кидать? Я Рафлан колода какая-то. Ну, бля, с рафланами пизда-то. У тебя такие карты прикольные. А ну, давай еще одну. Давай. А можно как-нибудь, чтобы он мог пикнуть любую карту, типа? Есть тут такая хуйня? Не-не. Мне нормально, мне вообще заебись. Я узнаю карты. А, ладно, давай. Почему не с первого раза, блядь? Он платится. Строго бот, ты что, охренел? Бля, ну охуенные эликсирчики. Что это за хуйня? Ладно, пусть вот так вот будет. Ну. Вот так вот, вот такой еще можно прикол показать, если. Мне рафланов дали, мне похуй. А-а-а. Не понял, что это такое. Ну это штучки, короче, которые станет, плюс еще. А-а, блядь, ну и что мне делать нахуй? Да че? Нормально у тебя все, нет? Нихуя. А что за плюс один? Что плюс один тебе дают? Что плюс один дают? Вот это я не понял. Что это такое? Вот это за хуйня? Какая? Короче, это знаешь, это так же, как зелененькие скелетики, которые с копьями кидаются. Только плюс они плюс еще станет, понял? Тебе Элик за убийство дают? Серьезно? Ибо тогда он хуёв... Ага. Чё-то нихуя не дают.
А, ебать, это хуйня, а не карта. Почему имба? Ну для меня имба, для Вати это она очень хуёвая. Да, сложновато, сложновато. Ну это у тебя пизда. У тебя что, ты понимал, Вать, когда у тебя этот... и Вилону дают элик? Не, вот сейчас тебе дали эликсир? Вот сейчас еще раз. Еще раз. А, нет, не дают, понял. А, нихуя он отлетел. А, фух, ладно. Да. Ну, тебе тут по времени вообще нихуя не хватит сделать, конечно. Фух. Ну, блин, мне сейчас чуть-чуть, кстати, секунд. Да, если чуть-чуть бы дали побольше времени. У меня рафланы еще появились. У меня хуево, у меня, короче, колода была 4.5. Типа, понял? Я мне некого было ставить, чтобы защищаться. Да, давай вот мега ластовую. Давай. Блять, не видно опять. Еще раз дал. Гость зеркальный режим? А что в зеркальном режиме? Что в зеркальном режиме? А, колода одинаковая? Бля, можно, кстати, в натуре на одинаковых колодах ебануть. Поехали. Ля, прикольно, мне нравится разными картами, это пиздато. А колоду одинаково дают, типа, автоматом, да? Или ее напикать нужно будет? А, я походу вспомнил, это когда он 5 карт пикает и я 5 карт пикаю, да? Ух ты ж, блядь. Эй, гайс, у меня все найс. Эй, гайс, у меня все найс. Как этого челика будешь дефать? Есть предположение? Да. Поехали. Предположения, они всегда есть, только... Они не всегда работают. Ух ты ж, блядь, нихуя ты сюда, блядь. Больно очень. Прям пиздец. Оно, видишь, ты этого кента кинул, но он не это, он тоже только на постройке, понял? И на него отвлекаются, типа, тоже кентики. Просто ты можешь посередине, к примеру, знаешь, вот бежит пека у меня посередине, ой, на линии. И ты ставишь этого кента посередине, и пека на него агрится. Блядь, хуй его объяснил, блядь, я как гандон объяснил. Да нет, я все понял. Ух ты ж, блядь, ух ты ж, блядь. Thank you.
Что это я нажал? Что означает королевская почта? Я не знаю, что это за карта. Просто, блядь, на башку падает хуйня какая-то. Много знал. Среди старых кварталов нас ищут копы. Это каменный город, где все по дефолту. Наш звук называй самым низкочастотным. Тут в приоритете снести твою голову. Сплетно видят соседи нас, пока на бедах зашкаливает приторный бас. Это принципиально, нету времени спать. Руки в воздух летят только здесь и сейчас. Не перебивай, не перебивай. Пусть стены дрожат и трещат по швам. Это back in the days. Стоп, а на 2 на 2 дают эти? Дают? Как его? Блять, мы ведь могли в натуре 2 на 2 играть, эти кубки апать, а не друг против друга. А, не дают? Стоп. А почему не дают с 2 на 2? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, блядь! А у меня дефать нечем. Сука! Да! Сучара ебаная! Хорошо, ебать! Хорошо, блядь! Сука! Мне дефать было, блядь, этот шар вообще нечем. Радостный сидит, сука! У меня тут такие стратегии в голове были, бля. Там пизда была в голове. Стоп, а мы в натуре не можем два на... Ой. Подождите. Дружеский бой. А, не. Или как, или можно, или нельзя. Диско. Игра с другом. А, стоп, подожди, пригласи. Как мне Вадю добавить, друзья? А чё ты не кинул? У меня такой вопрос. У тебя был голем? Чё ты не кинул просто мне голем под башню? Я бы его же не убил бы. В самом начале, когда? Потом, все время у меня было 500 хп у башни. Ты бы кинул голема под башню, у тебя же... А я бы его ничего бы не сделал с ним. О, зайди, я не знаю. Слышишь, зайди-ка. Куда? У меня ничего нет. Нету? Ну-ка, еще раз, погоди. Еще раз видно? Да. А что тут надо делать? Это... Тебе здесь, по идее, будут давать кубки. Мы с тобой вдвоем против двух типов, понял? А, не будут? Понял, мы с тобой на одной полосе против чела. Сейчас музыку, блядь, поменяю. Да-да-да, кидай. Я это задефу, по идее. Называю Райм, блядь, похуй. Ни на что не намекаю, но со мной Тима. Бля, Ваня! Похуй, нормас. Нормально, похуй, ничего, мы выиграем, чё. Надо, оказывается, договариваться об этом. Ну, походу, да. Нормально, сейчас отъебём их, блядь. Бля, наши вышки пизда хуёво. Блять, хуёво. Да. Ща, нужно 2 икс эликсира, я их шаром просто затрахаю. Что ты, сучара, БМишь, блять? Ой, нихуя там, блядь. Нормально снесли. Тебе нужно дефаться. Не знаю, что они намекают на со мной Тима. Смотри, если этот чел... А, не, ладно, не убил их, повезло. Из-за того, что я, по идее, перекачан, да? Их не убило. А, это твои были, я не знаю почему.
Дефай эту шлюху ебаную. Нету? Похуй. Поебали вышку, ничего страшного. Сейчас дабл эликсир будет, я правую сношу, пытаюсь сносить левую. Бля, ну у него хотя есть ебучие... Похуй, не дефай эту хуйню. Бля, Тесла ебаная. А, нихуя не в деф просто пошли, блядь. Сучары ебаные. Я жду, когда... Лучший. Я нападаю справа. Ну тут пиздец, тут этот хуесос. Моего задеф. Блять, он... Нам нужно правую вышку снести, сука. Как? Вопрос тоже. Мы уже, походу, не снесли. Меня никак не снести, блять. Бля. Да тут пиздец. Они как-то вдвоем, типа, прям играли. А, они не отбирают, что ли? И не добавляются, сука. Еще раз играем или все-то? Давай еще одну. Так, вдвоем. Сука, сложно. А почему кубки? Раньше ведь чуваки, раньше ведь добавлялись кубки или нет? Два шампиньона, блять. Какие нахуй два шампиньона? Сука. Я сразу нападаю. Зачем? На неожиданности играем. Бам, видал? Бам, ебать, охуенно. Красава, брат. Прям... Ты не... Не, зря. Оно бы само задефалось. Ну хотя не, нормально, красава. Что? Они нам главную вышку активировали. Я задефу. Ну ладно, нормально. Потом можно в атаку сразу идти, слышишь? Угу, только мне особо нечем. Префайр, смотри, как попадаю префом. Ладно, почти. А там, походу, чел сдался уже с нулевой. Такое чувство. Где он сдался? Ну, потому что он видел, куда бочку кинул? Он посередине карты кинул бочку. О, кстати, красава то, что не кинул. А я не красава то, что не туда лучник скинул. Нужно было... Похуй. Нет, это мув был такой. Охуенный мув, блядь. На, сучара, блядь. У тебя есть еще кинуть налево? А, у тебя ничего не вижу, вижу. Кинь шахтера налево вышкувать. Кидай, похуй, не дефаемся, кидай. Все охуенно. Лучший. На нахуй, твой дракончик отъебал их, блядь. Найс. Может туда ему захуяримся? Подожди, мне нужно задефаться и захуярим. Ой, блядь. Да, правильно. Блядь, Вадос, пизда, походу. Не, это задефал. Мы проебем, да, сейчас? Нет, у нас еще время будет. Бля. Не-не-не-не, зря. Сучара, блядь, бандитка ебаная. Шлюха. Все, да, ебали, походу. Бля, я ебал. Очень сложно вот так вот, типа, драться. А сколько вот у них, сколько у них рейтинга, вот этот человек, который играет? Не знаю, скорее всего, как у него. Ой, как у меня, точнее, где-то под 4000.
И все, и давай вот эту, вот реально ластовую, прям максимально ластовую, зеркальную хуйню, и все, и... Давай. Какую вы говорили? Вот это? Зеркальный дружеский бой? А мы минус получили кубки сейчас? Не-не-не. Вот это? Да, все, я так не сделал, получил дружеский бой. Что за зеркальное? А то мы с Славой только одну хуйню играли. Заходим. Твоя колода? Я тоже не знаю. Фу, у меня какая-то рыгота ебаная. У меня тоже рыгота. А, у нас по идее одинаковая. На нахуй зеркало, блять. Ух ты ж, блять. Нихуя у тебя хи... А чё хилиша такая сильная, ебать? Ну на, пиздитесь. Ой. Что это, блять? Чё, ебать? Чё за хуйня? На нахуй, ебать, тайминг! Почему? А, блять. Я хочу, чтоб... Блять, я не помню, что палач делает, ебаный. А, по-моему, туда-сюда, да, метает хуйню. Стоп, они тебе на левел больше? Раньше ведь на левел меньше было. Или мне кажется. Раньше ведь типа зеркало давало на левел меньше. Да, какой же он сильный, пиздец. Пиздануться. Он типа хилится и хилит вокруг все. Ну походу да. Да, но это... Хочешь прикол, Вадь? Блять, ну тоже приколисты, тоже нереальный нахуй. Бля, бро, твои приколы пока одни из лучших. Бля, ну мне тут ничего уже не сделать. А, блять, стоп, что? Где моя бандитка, блядь, усратая ебаная шлюха, нахуй? Блядь, тупая обезьяна, нахуй! Еще раз метни, сука. Сука. Блять, как ты мне проигрываешь, блять? Это пиздец, нахуй. На таких же колодах, блять. Сука, я играю целые 3 часа в эту игру, блять. Тебе смешно, да, блять? Ну, блять, ну правда, но это немножко смешно. Чел пишет, ты боту проебал, блять, карты нахуй. Ой, в этом. Все, ладно. Не расстраивайся. Да ничего, я тебе говорю, тебе чуть-чуть еще поиграть, или будешь меня обыгрывать. Ты это так смешно сказал. Я сам постоянно проебал.
ладно. Да не, жестко, пиздец. Очень жестко. У Егора Крида там опять 24-часовой? Я не знаю. А, нет, 2 часа все. Долговато он стримит, мне кажется, если честно. Не, мы со Славой играем через 5 дней. Через 5? Через 5 дней, да. Ну тебя еще пиздец. Я буду все 5 дней играть. Не, ну сегодня ты, бля, пиздец. Чел 3 часа, выиграю чела 5 лет. Да, бля, чувак, я 5 лет только назад играл. Я давно не играл. О, пошел. Не знаю. Я бы, может, на второй пошел бы, постримил что-нибудь. Если ты не будешь там ничего делать. Я но не могу найти вход. Все твои слезы просто превращают в лед. Что это такое, блядь? Почему строго и гаечка, например, не встречаются, но у кто них... Кто сказал? Типа, они, знаешь, как я после стримов жестко трахаются, я уверена. Жестко ебутся, да. Да, сначала в Майнкрафте, а потом... Когда Слава проиграл, потом строго. Он такой сидит, он сидит и говорит, не понял. Но я бы один раз все выиграл. Но ты играл еще на колодах, которые задрочены, да? Ну, на своих колодах. Я играл на рандомных колодах. А, так же, типа, три пикл? Когда у него задрочена колода, он вообще легко меня... Но он меня выносит на одну звезду. Он с меня смеется, но он меня всегда выносит на одну звезду. Ну, типа, там похуй на три, на одну. Ну да, это хуйня, да? Ну да. Типа, на задроченных ты очень сложно играй будет. Да, на задроченных пиздец. Так у меня нет еще прям таких сильных. А, я, кстати, твою колоду так и не посмотрел, типа, вообще. Если я скинул, тогда посмотри, может, с телефона. А. Я не видел просто. А че, Слава... Сейчас пойдёшь? Да, может, Майнкрафт. Слава будет стримить, да, ИРЛ. Будет? Я думаю, да. Че он тогда писал? А, не знаю. Ну, конечно, у тебя пиздец, у тебя нету... Типа, вот Пеку бы тебе сюда, было бы вообще заебись. За место Валькирии, скорее всего. А мне наоборот, Слава сказал Валькирии за место Пеки. Ну, хуй знает. Ну, бро, ну мне написал он, я говорю, ну окей, давай поставлю. Ты можешь сказать челам просто мой состав, что у меня? Ну смотрите, да. А я могу показать ведь, да? Вот, вот такой чуваки. Да, можешь, конечно. У меня так, я примерно такой же колоды раньше играл, но я говорю, вместо Валькирии, мне кажется, лучше поставить этот. Да, мини-пеку, вот самое нормальное было бы. Рада, что есть люди, которые смотрят все равно мои стримы, даже если они и хуйня. Согласен с Юлиными словами. Полностью. Я тоже сегодня хуйня стрим был, люди смотрели, за что? Да не. Мне кажется, я не знаю, почему тебе не понравилось. Много писало, хуйня писали. ХЗ. Go mine. Да на самом деле, бля, Майнкрафт, я хочу пересобрать сборку. Мы уже, типа, все, мы все самое интересное с Дашей посмотрели. Не? Да, и порно даже. Нет, там порно не было. Не было. Типа, я бы через некоторое время, может, через дней 5 просто у Джибоя попросил новую сборку и на новой сборке бы играли. А может, у Джибуды? Доктор Пеппер, чел пишет чат. Да я купил, сука, этот, Доктор Пеппер, просто по приколу. Мне, если честно, не очень нравится Доктор Пеппер. Мне тоже не нравится Доктор Пеппер. Он такого, блядь, ну, не знаю, как объяснить, такого привкуса. Вишневый, типа, он же вишневый, да? Вроде неплохой, ну, такой. Да, он типа норм, ну, типа, блядь, да. Лучше типа попить кол, ну, лучше попить можно колу. Можно попить воду вообще. Ну да, воду самое нормальное было бы пить. Ну так да. Но она час назад кидал. Да я могу. Вот что ты? Надеюсь, не запретка. Ребята, а почему? Я очень хочу другую колоду. Мне это и прям скучно играть, я не знаю.
почему вы меня не позвали играть? Правда, прям очень скучно. КЛШ Рояле. Кстати, я хотел поздравить с днем рождения моего любимого стримера СТ Руго. Спасибо, спасибо, Артём Зола, блядь. Кринжа навалил по полной. Ладно, пошлите, что-нибудь посидим, все равно мне похуй, что там на втором канале делать. Посидим, может, побегаем, поиграем во что-нибудь. Я, может, пошли. Быть... Чисто... Я все равно ничего не делаю вообще. Фу, блядь, я думаю, эту вебку спалил. Ну и чё, как я пересоздал бы. Главное, эти не спали, блядь. Так, ладно. Не, ты можешь, ты хочешь выключать вебочку, я это убираю. Не, ладно, это, короче, на втором сделаю. Сейчас давайте. У меня интеграции ничего нет. Сейчас. Struggle 1227. Тому. Все, сейчас по-быстрому рестарт.